Здравствуйте, мне пришла посылка от интернет-магазина мыло Опт, и мы будем делать сейчас распаковочку. Значит, всегда в посылочке находится распечатка с товаром, наименованием, количеством и ценой. Можно всегда сделать сверку. Так, тут я заказала на пробу мыльная стружка. Вот такая вот она. Ну, я вам скажу честно, я уже открыла и попробовала, и мне не понравилось. Она не плавится ни в микроволновке, ни на поваровой бане. Теперь даже не знаю, что с ней делать. Но буду делать как вплавление для своего мыла. Так, для мыла с нуля я заказала пальмовое масло 900 грамм. Мое кончилось. И кокосовое твердое масло тоже 900 грамм. Буду делать нулевочки. И тут у нас что? Так, тут у нас силиконовая форма 3D. Бутон розы. Вот он. Такой бутон розы. К 8 марта начинаю потихонечку готовиться. Буду делать для букетиков. Так, это у нас гелевый краситель. Не видно ничего. Гелевый краситель зеленый. Мне не нравятся, но только бывают, попадаются, что они мигрируют. Так, и тоже у нас гелевый краситель оранж. Такой вот, какой-то он полупрозрачный. Ладно, попробуем, что там будет дальше видно. И гиалуроновая кислота по 1 грамму, среднемолекулярная и высокомолекулярная. Срок годности указан, производство Германия. Все, посылочка вся. Значит, ссылка на этот магазин будет под видео. Проходите, смотрите. Магазин очень хороший, всем советуем. Всего доброго, спасибо за просмотр.